Золотые купола. А, да. Извиняюсь. Все, всем привет. Мы продолжаем прохождение игры Bad Pigeons. Переводится как плохая свиноматка. Мы в прошлый раз остановились на 13 уровне, я его прошел. И когда я выходил из игры, я заметил, что здесь какие-то есть бонусные уровни. Давайте попробуем их пройти. Я еще ни разу их не видел. Вот падает какая-то шляпа или что это? Шапокляк. Шляпоголик. Так, хорошо. Ага, что нам здесь нужно? Во-первых, я выбираю руку с клавиатуры, тупая привычка. Нельзя использовать духовую шляпу. Окей. Ну, как обычно, давай сначала все разведаем, да, чтобы понять, что нас здесь ждет, в чем проблема. Зачем нам нужен динамит ТНТ? Давай, братюня, поехали. Почти. Ага, интересно, интересно. Поэтому давайте попробуем делать вот так. Побольше тачку, сделаем перевес. И, например, так это вот. Пау! Ой, не смешно. Ладно, еще раз. Сейчас должна по-любому получше проехаться, потому что, видите, она длиннее. И вот, видите, я говорю, что лучше получилось, правильно? О, соло мия. А зачем динамит? Если он все время ломает все, что можно. Странно, я, наверное, что-то не понимаю. Блин, так, подождите. Динамит, ну-ка еще раз. Ну, он просто тупо ломает. Какая логика вообще? О, нифига себе. Ну что-то интересно. Ну-ка, подождите. Прикольно. И прямо на подлете. Вау! Че, нет, да? Ну, почти. Вот посмотрите, что-то интересное. Хорошо, если мы так уберем, то фигню поставим сюда. Давай, братюня. Больше скорость, больше, больше. Преодолеть. Ладно, если бы он преодолел эту фигню, было бы хорошо. Давайте я подумаю, чтобы вы не сидели и не ждали. Не, в принципе, задание несложное. Я просто не заметил, что здесь три колеса. Три. Не два, а три. Давайте попробуем еще раз. Такая конструкция у нас. Самое главное, чтобы он перепрыгнул. От этого он перепрыгнул. Давайте попробуем еще раз. Опять же, не забывайте, здесь тоже на удачу. То есть повезет, перепрыгнет, не повезет. Не перепрыгнет. Повезло. Перепрыгнул. Дальше он не может, мы поможем ему. Изи, просто изи-бризи. Ничего сложного. Стоп! Подождите, я уселся. Стоп, стоп, стоп. А где плюшка? А я про плюшку-то забыл. Да, нет, видимо, я здесь надолго. Офигеть, а чё она так высоко-то, плюшка? То есть взрыв надо делать в этом месте, правильно? Офигеть! Да. Ну что ж, буду думать. Не, здесь ничего сложного, я вот подумал, да? То есть туда нужно не забираться. Я вот когда поставил просто динамит, попробовал, он полетел высоко вверх. И дошло, да, что туда нужно не на машинке добираться, а просто вот таким вот образом. Вот видите, да? Кстати, вот это он дальше летал, подождите. О, вот, вот, вот. Опять же, да, случайность, бла-бла-бла. Давайте пробовать. Давай, детка. Вот это у меня так хорошо прям взорвался. Во, смотрите. Вы видели? Слишком хорошо, да? Вот. Так что просто пробуем взрывать. Ну, конечно, по времени. Раз, два. О, подожди, там какое-то белое облачко было, да? Странно, что за белое... А, это просто так. Пау! Давай, давай, давай. Пау!
О, да. Ну это изи было, ладно, это изи. Опа, 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 все, 3 звезды. Фух, просто игра. Ой, я случайно нажал, да, мы уже прошли. Так, давайте. Escape, выходим в меню. Мы прошли эту миссию, проходим дальше. Теперь вторая у нас бонусная миссия. Опять упала шляпа. Что ж ты такой криворукий даунёнок? Ой. Страшно смотреть на это чудо. Но я думаю, это будет весело. Так, без машинки. Что значит без машинки? Значит, мы можем использовать колесико, чтобы взять плюшку. И нам не нужно использовать колесико, чтобы прийти к финишу. Вот и все. То есть, это уже говорит о том, что, чтобы взять плюшку, нужно будет взять колесико. О, это железная, типа, да, такая фигня? О, это что такое? Это типа ароматизатор, что ли? Ой. Странно. Почему один... А смысл вообще этого амортизатора? да. А еще, дайте мне еще одну, блин. Ну поехали, все. Ладно, все, давайте попробуем сначала без ароматизатора. Просто сделаем вот такую, нашу любимую машинку. Вот эту и вот эту. Чем ему не нравится эта машинка? Окей. Нету перевеса, поставим сюда. Ну можно же так поставить, попробуем. Просто сначала нужно исследовать территорию. Ага. У нас уже было типа такой шляпы, помните? Мы для этого делали вот так вот. Кто смотрел мультик Шапокляка, не понимает, о чем я говорю. Давай, детка, давай. Вау! Вау! Немножко не так. Ну-ка, если мы сделаем вот это вот сюда вот, а это вот сюда вот. Давай, мой супермозг, не подведи меня. Если не хватает скорости, можно добавить плюшку и все, и будет скорость. Ах, чуть-чуть. Да, я знаю, почти сделали это. Поехали, давай, скорости, братюня, скорости, ох! Это не была скорость, я вам открою секрет, давай скорости, давай. Помните, я говорю, что нажимать не нужно или нужно? Оказывается, не нужно нажимать много раз, это когда у вас пропеллер. А когда такая плюшка, нужно много раз нажимать на нее. Ему тяжеловато, да, мне кажется? Она только с железом, да, ставится? Или ей все равно? Ух ты, ей все равно. О, она может захватить, подождите. Да, она захватит. А, красавчик, Вася, красавчик. Окей, а если мы сделаем вот так, потом вот сюда, и поехали. Машина смерти такая. Не, мне нравится, обожаю эту игру. Нет. Полное говно. Развалилось. Вот это был хороший вариант. Попробуем тогда сделать вот так. Потом вот так. Самый оптимальный вариант. Тем более, видите, перевес хорошо работает. Она сейчас должна достать до этой плюшки. Почти. Нет, переворачивается. Ну, давайте сейчас я сделаю и покажу. Так, все. Вот такая вот у меня вышла конструкция. Опять же, по удаче... Нет, не получилось. Ладно, почти. Слишком сильно разогнался. Давайте немножечко поможем. Немножко. Все хорош. Что, хватит скорости? Почти. Нет, мы пройдем эту миссию. Миссия не сложная, опять же. Максимум там 1-2 минуты потратил. Все. Ну, давай, детка, давай. Все хорошо. Первое задание мы выполнили. Мы взяли плюшку. Раз, два. Теперь... Нам нужно доехать, да, до финиша, не использовав колесико. Попробуем сделать мото, наша любимая мото. А, колесико нельзя использовать, да. Ну-ка, если мы так просто поедем. Мы не поедем, забудьте. Опять же, видите, здесь есть деревянная, да, рамка, и железная. Скорее всего, это влияет из-за веса, возможно. Ну, так, наверное, оно и есть. То есть, железная тяжелее, деревянная легче. Так сломается, да?
Бабах. А еще колесика у нас нет, вообще бред. Ну-ка, а вот так, а железная будет ломаться, интересно, подождите. Смотрите, не сломалось. Он просто поругался, что ему что-то не понравилось. Поэтому мы сейчас сюда железное сделаем. Во! А если мы просто сделаем по старинке? Самым таким старым способом. Так, у нас нету перевеса. Так, сейчас, секунду, дамы и господа. Давай, братюня, поехали. Ну, опять же, он, наверное, просто тупо упадет и сломается, очевидно, да? О, смотри. Чё? Изи, короче, вообще, изи. Все продумано до мелочей, все. Три звезды, все. Не туда нажимаю, все. Еще давайте. Что у нас? Слишком легко, дай что-нибудь посложнее. Слишком изи. Показывайте сразу мне. Вижу плюшку. О, а вот это уже интересно. Нифига себе. Риска, апельсинка и сосиска, огурцы и помидоры. Вот такие мы обжоры. Сначала нужно забрать плюшку. Вот это уже... Вот это, конечно, посерьезнее миссия, да. Видимо, я здесь застряну. Блин. Не, черепок нужно взять. Там какая-то еще королева. Что она делает? В чем смысл ее? Че за кусок говна это прилипшего? Хорошо, нам нужно взять эту фигню. Он, в принципе, просто может туда допрыгать. Ему нужно взлететь, да? А если мы сделаем вот так и вот так? А, мы не можем управлять ею. Все. Царство небесное. Не ту сторону. А вот это реально интересно. Ну-ка, а что она вот этой дурой делает? Ничего, просто так? Офигеть, это что-то интересное. По идее, ну-ка, если мы сделаем вот такой туннельчик. Да, нам нужно будет повернуть, ну-ка. Нет, это смысла нет, вот такая шляпа будет у нас. Это не смешно. Ну-ка, вот так и вот так. Грандиозная мысль, грандиозная просто. Ну-ка, здесь никаких плюшек, нет, что такое вообще? Как, где мне брать это говно? Клей момент. Да. Можно сделать такой вот плод. Это плод моих фантазий и моего воображения. Нет, вот так. Взлет! Поехали, братюня! Ой, его так перевешивает, да? Ну-ка, если мы сделаем вот так. А он все равно будет перевешивать из этого дебила. Давай, братюня. О, поехали. Сразу сломалось. Ну-ка. Еще раз пробуем. Поехали. Тяжеловато, да, мне кажется? Ну-ка, если мы это уберем. И это уберем. Поставим вот это и вот это. Так он взлетит, это понятно. А, он падает, да ладно, вот так. Не, мы обязательно пройдем все миссии, все три звезды. А также, он же здесь тоже сломается, или это засчитается? Давайте попробуем еще раз. Стоп. Почти. Я что-то даже не запоминаю, в каком порядке, ну-ка, ой. Стоп, это дерьмо мы уберем. Ну-ка, а если вот так мы сделаем? Вверх взлетай. Не хватает силёнок, да? Ладно, давайте поставим все черные.
Ну, еще одну сюда, вот. Нет, да убери. Вот. Во, ну слишком далеко, да? Так, хорошо, сядь посередине. Во, будет полный противовес. Ну-ка, если вот так. Я построю космическую ракету. Поэтому нужно сюда, да, чтобы был противовес в эту сторону. А дальше-то чё? Ладно, я буду думать, сейчас что-нибудь сделаю. О! Почти, ладно. Ну-ка, попробуем еще раз. Стой же. О! Ага. Шмяк-шмяк. Что бы это значило? Ладно, давайте я подумаю и покажу. Так, ну давайте попробуем. Что-то вроде у меня начало получаться. Давай, братюни, не подведи. Опа! Самое главное, чтобы он упал дальше конструкции. Видите, конструкция мешает. Давай, братюню. Давай, давай. Буль-буль-буль-буль. Пу! Как же так-то? Офигеть. Блин, а. Рот шатал. Давай. Опять же, все зависит от удачи. Бутылка, не падай туда, пожалуйста. У тебя, он сейчас вообще застрял, вы видели. Должно сработать, должно. Хотя бы каждый раз он попадает внутрь, это хорошо. Блин, маха. Давай, давай, опа. Все, конструкция, он больше не пройдет. Пройдет? Она сейчас все останется внизу и будет стопить, да? Печаль, беда. Не, она должна оправдать. Должна! Я же разрабатывал ее. Что ж такое? Должна. Будем надеяться на удачу. Да хватит застревать уже. Опс. Оп-оп. Ладно, пробую еще. Ну вот, то же самое конструкция, да, она, просто я немножко ее переставил в бок на одну ячейку. И вроде что-то получается. Опять же, от удачи зависит. О! Смотрите, пом. Но я надеюсь, что сейчас должно получиться. Там ничего нам не мешает. Ведь самое главное сделать так, чтобы конструкция полетела дальше, чтобы она нас не стопила. Надеюсь, ему хватит, нет скорости. Оп! 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 И бокс! Все отлично. Фух, подобрали мы первую плюшку, это было очень важно. Теперь лицезреем, что у нас здесь дальше. Ой, скорость какая хорошая должна быть. Я не знаю, что нас ждет дальше, поэтому нам нужно сначала попробовать, испробовать, правильно? Поэтому что мы делаем? Строим мото. Мы построим большое мото. Эту свинью мы уберем, давайте. Ну-ка, что у нас здесь будет? Поехали, давай, детка, газку. Давай, братюня. Ох! Он должен здесь взлететь, да? Нет, он должен здесь взлететь. Поэтому нам нужна... Нам нужно ускорение, да? Угу. Пробуем делать вот так и вот так. Ой. Нет, немножко не так. Извиняюсь. Попробуем еще раз. Вообще, эту конструкцию надо переставить вот сюда вот, да? Чтобы она сразу нормально катилась, чтобы мы не сидели и не ждали полдня. Вот так, все, две торпеды. Давай, братюня, поехали. Да мы просто едем. Когда нужно, мы делаем ускорение 3G модем. Ну, вы поняли. Так, все, давай. Сейчас будет еще склончик и ускорение. Правильно я понял? Давай, братюнь. Да ладно, он не докатится, мразь. Давай. Все, я прошел, видите, да? Блин. А я что-то забыл, что нужно было тупую свинью. Окей, это все меняет, да, свинья большая, очень большая свиноматка. Тупая свиноматка. Кстати, заметьте, нам еще нужно себя сюда положить. Она так будет ездить нормально? Так, так он не поедет, правильно? Офигеть. Ну,
попробуем вот так. Как вариант, да? Посмотрим, как далеко он доедет. Интересно. То есть, получается, и она, и я должны быть у финиша. Он не сломается? Давай, давай, поехали, поехали, братюня. Так. Да, естественно. Ну, само собой, очевидность и фактор. Хорошо, без проблем. Сделаем вот так. И вот так. Поехали. Сначала это говно сделаем. Давай газку. Хотя нужно было газ нам позже добавлять. Попробуем здесь. Нам было здесь газ. Давайте. Я верую в эту технологию. Давай, братюня. Давай, давай. Надо было опять возле угла построить. Мой косяк. Так, здесь мы спокойно спускаемся, да, а вот дальше проблема подниматься. Мы юзаем бутылочки. Едем сейчас. А, мы должны были здесь взлететь, да? Стоп, я плюшку-то взял. То есть я могу, по идее, просто ехать на финиш, правильно? Я должен пройти. Я так понимаю? Да, все, 3 звезды. Что-то слишком изи, а? Я хочу хардкора, какой-то слишком изи. Изи! Поехали, 14-ю проходим. Мы прошли все бонусные. О, мы здесь были в прошлый раз. Опять же, нам можно использовать эту фигню только для того, чтобы взять плюшку. Вы чуете, да? Ага, она может просто помочь взлететь. Правильно я понимаю? Ну-ка, если я сделаю вот так и вот так. Нет, она не взлетает, к сожалению. Интересно, интересно. Ну-ка, мы сделаем вот так, и одну бутылку он перевесит, правильно я понимаю? Во! Смотрите, почти, да? Почти получилось. Ладно, не смешно. Там... О! А зачем эта фигня, я не понимаю. Хорошо, да. Ну-ка, если мы блок построим. Давай, братюня, должны... Ну нет, вот если бы еще в бок можно было. И что-то доставить динамит. Пу-у-у. Вот видите, самая большая проблема, что слишком далеко от прохода. О, как же быть-то, а? Как же нам быть? Это что такое? А, о! Оказывается, так можно, я не знал, надо будет запомнить. Да, да, да. Чтобы конструкцию переставлять. Я тогда не понимаю реально, как можно сделать. Он ломает, когда взрывается. Сейчас пройдет дымок. Его даже нету дымка, да? Опа. Он все время мешает этот бортик тупой. Бред. Ну-ка, если мы где-нибудь подальше взорвем. Подальше. Да, честно, это, наверное, посложнее, чем прошлая миссия, потому что я не представляю. Я просто не представляю. Вот если бы клетки были вот здесь, я бы спокойно бы прошел. Ну-ка, если вот так... Он просто ломает конструкцию, вот это бесит больше всего. Ну, в принципе, как-то так, да? Ну-ка, подожди-ка, если мы сделаем... Полный бред. Он на бутылке стоит, смотрите. Она недолго, видите, в чем вся проблема? Казалось бы, можно на бутылке, но нет, она недолго работает. Ну-ка, подождите. А, по идее, динамит — это конструкция, правильно? Если мы его ставим в ячейку, да. Хотя какой-то это вот толк, не понимаю. То есть мы можем с ним взлететь, но этот взлет будет минимальный, все. Стоп, а если я поставлю сюда, вот он сломает мою конструкцию? Он сломает, да, в любом случае. Что же делать? Давайте я подумаю тогда, ладно? Все, короче, подумал. Одна секунда прошла. До меня дошло, знаете что?
Я вот убрал ее отсюда, поставим сюда. Можно сделать вот так. В этом и есть весь прикол. Смотрите, мы нажимаем, он начинает падать, и мы взрываемся. То есть, нам мешает потолок, да, а мы можем сделать вот так вот. А-а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 . Ой. Еще раз давай, братюня. Вот немножечко. Можно, можно сделать. Тварина ты тупая. Нет, 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 подождите. Можно, я верю, я верю. Давай. Да, ну, а финиш? Не, видимо, я ошибся. А как до финиша-то я дойду? Подождите. Ну-ка, если мы сделаем повыше, как вариант. Повыше начнем падать и взрываемся. Ну-ка, еще раз. А, здесь будет взрыв послабее, да? Печаль, печаль, беда, я вам скажу. Давай. А, вот так можно, в принципе, финиш, правильно? Да. Так я уже миссию прошел, что ли, всю? Да. Подождите, я что-то не понял. Да. Ладно, мы взяли плюшку. Теперь мы не можем использовать теперь эту шляпу. Нам нужно дойти до финиша. Это, по-моему, уже не проблема, да, как я понимаю? Да уберись. Так, ну-ка. По-моему, это минимальная проблема. Так он не летит. Можно просто делать вот так, поставить, попробовать вот таким вот образом, как вариант. Ну-ка, если мы берем вот эту фигню и вот эту фигню, вот так вот. Да, все, прошли. Да? Да. Да? Да, прошли, отлично. Фух, пойдет. Все, 3 звезды. У нас везде 3 звезды. Идем дальше. Давайте тогда сейчас мы еще тут пройдем, и все, и хватит. То есть мы можем использовать ТНТ, чтобы взять плюшку, но чтобы прийти к финишу, нам нельзя использовать ТНТ, правильно? ТНТ. А что у нас вообще есть? Ага. Моя любимая шляпа. Можем взрываться, опять же, и пойти вверх. Да. Это очевидно, просто не знаю. 100% очевидно, что мы можем делать вот так. Он полетит прямо, значит, нам нужно в бок лететь, правильно? Стоп, как же нам сделать? Офигеть, он высоко летит-то. А, если мы сделаем вот здесь? А если мы сделаем вот так? Разве, ну-ка, а если попробуем без TNT вообще? Попробовать вот так вот. Чтобы был перевес, надо сделать тогда вот таким вот образом. Чтобы на ту сторону был перевес, правильно? А, или мы можем просто изменить сторону. Ой, туда нажал, ну ладно. Не, скорее всего, да, нужно будет через ТНТ взрываться. А если мы сделаем вот так, вот так, вот так и вот так. Блин, он все время летит прямо. Ну-ка, подождите. Да ёлки-палки, не. Ладно, ладно. Пробуем как в прошлый раз, да? Мы в прошлый раз научились немножечко. Ну-ка еще раз. Ах! А я к финишу-то не приду. Таким образом, подождите. Да вообще, какой смысл вот ТНТ? Я к финишу не приду никак. Подождите, а зачем эта дырка? Это просто так дыра, что ли? Стоп. Просто так дыра? Интересно, ну-ка. Ха. Ну давай, братюня, давай. Ну, далеко. Ладно, я буду пробовать. Ой.
Так, ну вроде я что-то придумал. Ну не знаю, сейчас попробуем. Так взлетаем, видите, падает скорость, подпрыгиваем. Почти. Мне кажется, должно сработать. Ну-ка еще раз. Подлетаем. Так, гламурненько. Вот если фигню бы это сломалось, сломай. Ой, я прошел, да? Ага, да, все, отлично. Теперь нужно все то же самое без ТНТ. Все, мы сделали это дело. В принципе, ТНТ здесь практически не нужен. Ага. Ну, не сказал бы, что это сложно будет. Давайте попробуем сделать вот так. Ага. А вниз можно? О, можно. Обожаю эту конструкцию. То есть мы взлетаем вверх. Ага! А зачем здесь колесико вообще? Странно, ну ладно. Ну-ка, если вот так. Нет, наоборот тогда, подождите, если вот так. Ого, вот он взлетает, а если мы сделаем вот так? Он сможешь поднять? Ну-ка, попробуем еще раз, давайте, брат. Пацаны, девчонки и сестрички. А, если мы сделаем вот так и вот так. Стоп. Попробуем вот таким вот образом. Вверх взлетаем. Тяжело ему, да? Ой, как ему тяжело. Хм, интересно, как же нам быть? Интересно. Была бы еще бы полоса, да, я бы сделал по-другому, чтобы был перевес, но я не могу сделать перевес. Так он просто полетит прямо. Ему ничто не мешает, да, вбок. Так он полетит вбок сразу же, мгновенно. То есть смысла нету. Так ему тяжело, он не долетает практически, да. А если мы сделаем таким вот образом, вверх и вбок, а? А? Мне кажется, можно, хорошая идея. Так, что-то как-то не хочет вбок лететь. Ну давай же! Прошел! Да чё, я ж профессионал, ас! Все, отлично, прошли мы миссию. Может нам еще одну пройти? Ну давайте еще одну, и все, и хватит на сегодня. Фух, проходим еще одну миссию. Что у нас здесь есть? Есть две плюшки, да? Даже так, то есть нам нужно снизу вверх идти, правильно? Интересно. Чего-то фигня нужна, ну ладно. Так, можно использовать динамит. В принципе, не сложно. То есть мы должны, по идее, подняться на бутылках, взорваться и в бок улететь. Ай! Чуете? Так, здесь будет динамит, тогда попробуем таким образом. Здесь человечек, а здесь взлетная шляпа будет. Блин, опять тоненько. Но почему нельзя сделать еще столбик? Получается, ему надо в бок взрываться, но он не может взрываться в бок. Только если мы пробуем сделать вот так вот. Он будет перевес. Ну-ка, если мы положим его сюда. Ему тяжело, правильно? А если мы еще добавим баночку одну? Мы можем здесь убрать, еще баночку добавить. Ну-ка, так. Подождите, ну это что-то слишком сложно. Ну-ка, еще раз. Непонятно. А как он так вверх? А, конструкция же тоже может нажимать, да? Ой. Смешно. Ну-ка еще раз. Ну это, в принципе, не сложно. Нет, не надо. Еще раз. Надо ту маленькую плюшку взять. Хорошо, еще раз. Раз. Ой. Раз, два, три.
взял плюшки, но этого мало. Раз, два, три. Давай же, ну ёптель мопсельта. Немножко не хватает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет. Все, мы пройдем, я вам обещаю. Нет, рано. Так. Я вижу свет в конце туннеля. Я взял две. Давай еще. Не то пальто, не то. Можно, не порти мою конструкцию. Подождите, если мы все можем подсунуть? Нет, мы не можем все засунуть. Ну-ка, подождите, если мы это ставим, если это в бок, это убрать. Нет, это самый тупой вариант, конечно, лучше сделать вот так, вот и вот так. И добиться своего. Нужно сделать, давай же, ну что ж ты не хочешь нормально двигаться? Опять же, зависит все от фортуны, от удачи. Тварь тупая, а? Кусок дерьма. О! Нормально, все, я победил. Абсолютно все было честно. Ну что ж, давайте мы на этом закончим. Прошли мы три бонусных уровня, потом еще обычные уровни. И потихонечку мы здесь заканчиваем. Офигеть, здесь столько много уровней. О, мы будем играть, наверное, годами. Ну ладно, что поделать. Всем спасибо за просмотр. До следующего выпуска.